Герои неба. Александр Ефимов, дважды Герой Советского Союза. Самый результативный в советской авиации летчик-штурмовик. Ефимов с первых дней службы проявил организаторские способности. В 20 лет он умело командовал эскадрильей, выполнял боевые задания с минимальными потерями. На своем Ил-2 Ефимов совершил 222 боевых вылета, уничтожил 85 самолетов на аэродромах противника. Наивысший показатель среди советских авиаторов. К концу войны на его счету значилось уничтожение 9 железнодорожных эшелонов, 47 танков, 65 артиллерийских орудий. Ефимов внес большой вклад в развитие тактики применения штурмовиков. Он стал примером для многих летчиков. После победы Александр Ефимов продолжил военную службу, занимал высокие командные должности, был главкомом ВВС и заместителем министра обороны. Именем Ефимова назван военный городок в Ростовской области. Мы помним наших героев.